Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, решил я немножко ускорить этот тракторок. Пока ничего не переделываю, не знаю, может даже и не буду его переделывать. Под погрузчика сделаю уже другой, конкретно, со всеми нужными мне вещами и делами. Так, решил я, что, как ускорять будем, Вот два шестерочных редуктора есть у меня. Вот один шестерочный и, соответственно, второй шестерочный. Разворачивайся. Надеюсь, видно. В общем, хочу их поставить. Здесь стоят троечные. Спереди он вообще заваренный. Ну, буду ставить обычный, потому что трактор стал намного тяжелее, чем был до вот этой всей переделки. Он был и короче, и легче, и двигатель был слабее, поэтому блокировал его. Ну, в общем, никаких проблем. Блокировку включаю, ставлю обычные редуктора, и они полуоси работают как обычные полуоси. Если не понравится, верну все на место. Никаких проблем. В общем, сейчас снимаю двигатель, снимаю сиденье, снимаю тормозное, вот это все достаю, чтобы нигде ничего не пролилось, и расцепляю полурамы, то есть откатываю одну назад, другую вперед, чтобы немножко приподнять ее, да, снять колеса, поставить там досочку. Ну, сейчас посмотрим. И доступ к редуктору, этот-то не проблема, тут его перевернул и меняй, говорится. И посмотрим состояние полуосей, полуоси нарезные, не вареные. Нарезал сам болгаркой. Посмотрим, в каком состоянии полуоси. С редуктором ничего еще не произошло. Абсолютно. Не знаю. Будем смотреть, будем тестить, будем ждать осени. Если что-то не так, возвращаем обратно звезды, как говорится. Все, погнали разбирать. Так, расцепил. Вот она, задняя полурама. Совсем манюхонькая такая. И вот она, передняя. Вот теперь есть доступ к редуктору. Сейчас 4 болта откручиваю. И здесь подвесное это все дело скидываю. Вот. И откручиваем. Вот она, блокировка. Вот такая вот штукенция. Все. Разбираем дальше. А масло буду сливать через полуось. Сейчас откручиваю. Подставляю что-нибудь, сливаю сразу, чтобы не ждать его там. Вот такая вот фигня. Так, в общем, масло сливал через полуось. Вот. Аккуратно достал, подставил, потекло. Все, потом наклонил. Все масло вылилось через полуось. Сейчас задираю на табуретку. Снимаю вторую полуось, редуктор. Достаю. Также, наверное, залью через полуось. Вот когда все закручу, чуть наклоню и через полуось залью. И вставлю и закручу. Все. Я и заморачиваться не буду там с вот этим нагнетателем. Нафиг оно нужно. Вот, как-то так. Ну и потом, соответственно, там примерно то же самое будет. Вот. Все. Меняю редуктор. А, по шлицы, шлицы. Кастрюлю поставил. Вроде стекало. Шлицы, сейчас посмотрим. Шлицы. Так. Вот они. Шлицы нарезные. Нигде пока ничего. Никак. Вот видно, где она тут доходила. До сюда, наверное. Не, во. Вот тут. Вот. Так они сидят в этом сателлите. Отлично. Намека даже пока и нет. По крайней мере, на этой полуоси. Следующее посмотрим обязательно тоже. Вот это пока вот так поставлю. Пускай стекает. Все. Так, смотрим вторую полуось на шлицы.
принципе, да не в принципе, а все вообще отлично, идеально. Вот как нарезал, так они и работают. Вот видно, где они кончаются, да, вот оно. Точнее, насколько они заходят. Отлично работают. Все, откручиваем редуктор, ставим другой. Так, поставил редуктор. Вот, поставил полуось на место. В общем, очень удобно заливать маслом. Пробку открутил. Сюда его только на, обратно загнал. А потом проверю уровень-то. Вот, и все будет отлично. Все, сейчас ставлю вторую полуось. И задняя полурама уже готовая. В принципе, переделанная. И начинаю там менять редуктор. Так, а в деревне Гадюкино опять идут дожди. Опять и опять. В общем, успел я поменять редуктор спереди, залил масло, поменял сзади, все это соединил, все, поставил двигатель, заменил выжимной подшипник. Что-то он вроде как новый, по идее. Ну, какая-то болтанка в нем неимоверная. Я даже не знаю, как показать. Короче, какой-то он печальный и пищит. Аж подбешивало. В общем, заменил. И выжимной заодно. Натянул цепь вот эту. Вот эту. Все, сейчас. Она вообще капитально жестко. Путем подложки. Вот шайбуки вот под уголок, только вот с этой стороны. Одну шайбочку подложил, все. Этого достаточно вообще было. Там она сколько? Ну, миллиметра два, наверное, толщиной, да? Может, полтора шайбуха. Ну, обычная шайба вот она такая. Сколько она там толщиной? Ну, где-то полтора миллиметра, грубо говоря. Вот. Все стало на место. Все замечательно. Полуоси отличные. Где-то видос там снимал. Ну, не доснял никак. Никак, руки все в мазуте. С телефоном уже не посидишь. Вот, сейчас ставлю сиденье. Нет, на сиденье не буду ставить. Ставлю сейчас тормоза, тормозное. Вот тут. На свет включить, кстати. Уже темно. Включаю свет. Ставлю тормозное, ставлю сиденье. Ну, все, в принципе, аккумулятор кидаю. И у меня уже все на мази. Вот она, моя тормозная система. Этот самый суппорт. Вот оно, даже шлангу не отключал. Здесь на один болт крепится. Вон он большой лежит. И этот на два болта. Бабах, все, все готово. А это одеваем на трос, точнее наручник. Все, и тоже болтиком штопорим. Четыре болтика. И все, никаких проблем. Не прокачивать не надо, ничего. Как-то так. Так, да, тут изгиб у меня огроменный идет. Просто огроменный. Это ремни, по-моему, 1180. Вот второй. Они бэушные. Они стояли у меня еще, когда синее сцепление было. Они работали. Поэтому ничего такого. И вот какая фигня стала. Стал ремень в одном месте становиться на бикрень, на перекосяк. То есть у него там выработка уже такая. Вот у второго. Он уже вон такой весь потресканный, я не знаю. Где там фокус, вот. А второй еще такой целехонький, будем так говорить. Ну, разные фирмы, разные. Так, 1000. Где тут номер этот? Да, 1180. А буду ставить вот 1000. Есть у меня два ремня. Ну, такие целехонькие, будем говорить. Тоже бэушные, но на них я мало работал. Это у нас вот 1150, то есть на 3 сантиметра не короче. Вот, попробую ролик отодвину до конца, а может даже его откручу совсем и чисто натянуть двигателем. То есть вот так открутить 4 болта, его наклонить, накинуть ремни и потом путем зажимания задних болтов оно должно натянуться. Ну, не знаю, посмотрим. Может, ролик я ставлю тут, чуть-чуть его подожму. Уже не такой будет сильный, конечно, изгиб. Но посмотрим, потому что вот они, ремни, грейдер.
Грейдер — это сила. Дури, конечно, хватает. Сейчас попробуем поэкспериментировать. Вот как-то так. В общем, не знаю как, но чудесным образом натяжник до конца, двигатель даже не откручивал, открутил вот эти два болта. Он приподнимается, завел ремень сюда, также же и выводил, завел ремень сюда, даже это не откручивал. Вот оно сейчас приподнятое. Вот теперь, когда буду зажимать, это все дело натянется. И, в принципе, ремни довольно-таки неплохо. Ну, натяжной так прокручивается. Ну, можно его будет чуть-чуть там, может быть, поджать. В принципе, проверим. Изгиб минимальнейший. Абсолютно минимальнейший. Вот как-то так. То есть 1150 мне подходят. А там будем посмотреть. Так, ну, приехал под погрузочку. В общем, что хочу сказать. Заметно стала все-таки скорость побольше. Ну, не скажу, что она прям добавилась там километров на 20-30. Нет, ну, на пару километров он стал бегать быстрее из-за замены редукторов. Вот я сужу, как давал газ в пол на четвертой. На тех редукторах я чувствовал, как он едет, он не прыгает. Вот. А сейчас даю газ в пол, он разгоняется и начинает как мячик подпрыгивать, я не знаю. Там, где я раньше ездил на троечных редукторах на четвертой, сейчас я езжу на третьей скорости. В общем, добавилось ему немного. Не скажу, конечно, что это супер, но пару километров он стал бегать быстрее. Буквально, может, даже, не знаю, не мерил, надо посчитать. Передаточные числа, это недолго. В общем, отлично. Так, ну ремни замечательно стали вообще. Вот он, изгиб минимальнейший здесь. Буквально, вот если так вот линию провести, то он вот на ширину ремня, сколько он здесь, 10 миллиметров, вот натяжка идет отлично. Все замечательно. Просто изначально поставил не тот размер ремней. Вот как-то так. Ну, а так тестим.